Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Sniper Elite 3, и мы сейчас, ребята, будем продолжать его проходить, сразу же начинаем, и давайте, вот, начинаем, записано, слушаем, что там. Упоминается его личный штаб, аванпост высоко в горах. Вероятно, в районе сосредоточены крупные силы противника, а обломки союзных танков говорят о наличии батальона тигров. Вален, видимо, помешан на безопасности. Впрочем, после предательства в Сиве это вполне оправдано. В связи с этим пробраться в штаб Валена и выследить его будет очень непросто. Он обосновался в развалинах древнего памятника, уходящего вглубь скалы. Меня ждут открытые равнины. Но, похоже, я смогу использовать свою винтовку с горных высот. Ну, понятно, конечно же. На всякий случай нужно будет захватить мины. По крайней мере, со мной будет Брауэр. Он мины? Хороший человек и надежный друг. Не знаю, будем ли мы брать мины. Давайте посмотрим, что у нас тут за новый предмет. Новый предмет. Так, сейчас мы посмотрим. Да что за новый предмет-то? Ребят, вы что, прикалываетесь? Да я... А, изменить, вот. Ух, новая пушка. У нас это, да? Это начальная скорость больше, масштабирование больше, отдача меньше, урон больше. Но то, что колебания прицела просто нереальные, это не очень круто. А вот это... Колебания прицела очень большое, урон намного меньше. Это не очень офигенно. Но вот эта Мосина, это как раз такая более-менее офигенная. Или еще какая-то. Ладно, не будем мы пока что. А, можно... Во-во-во-во-во! Стандартный ствол. Так, что? Модифицированный и переработанный ствол, оборудованный пламегасителем, уменьшает останавливающее действие, увеличивает начальную скорость. Нет. Намного меньше урон. Начальная скорость. Ребят, я не знаю. Ну, как бы урон это не так уж и важно, да, мы всегда же стреляем в голову, но вот то, что если мы будем стрелять по танкам, то я так думаю, что это на пару выстрелов нужно будет больше. Выпрыгивающая мина, бинт, фугас, растяжка, выпрыгивающая мина. Нет, не буду я брать вот эту мину. Давайте прицельная сетка, у нас есть новая. У нас сейчас вот это. Нет. Все, ребят, начинаем. Мы миссию. Иди по верхней дороге. Будешь помечать мне цели. Теперь только вперед. Мерзнешь? Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. Люблю работу. Ну давай, погнали. Куда там? Только не говорите, что опять каких-то танков взрывать или еще что-то. О, приперли. Охренеть, сколько тут. Ладно, что нам сейчас? Куда нам? Давайте, проникните в штаб. Так, это он наш там, да? Ага. И вот тут, походу, враги сейчас будут, да? Ага. Еще кто? Отлично. Еще кто? Давай, отмечай. Ух, ни хрена себе туда долго бежать. Давай, отмечай, дружище, кто там еще есть? Ну, там спереди, да, вот один, два, охренеть. Их там вообще куча. Отлично. Так. Ай, нет, давай-ка ты без этого. Да чё ты, как ты меня-то палишь? Нет, не долетит туда пуля. Вот сейчас он ближе подойдет.
Да твою ж. Отлично. Так, вот там один и вот тут один. Вот тут мы... Нет, тут мы не пройдем. О, чувак идет. Убьем мы. Отлично. И сейчас давайте-ка мы сразу вот сюда. Да иди ты, чё ты... Ой, ой, не-не-не-не-не. Так, сейчас он туда будет... А где наш вообще вот тот? Куда-то он побежал, хрен его знает куда. Так, отлично. Сейчас нам куда? Вот туда нам, да? Хм. Давайте-ка мы сразу куда-то вот сюда, чтобы нас... Ай, не запалили. А как нам вот тот танк нужно будет уничтожить или что это такое? Главное, чтобы нас сейчас не запалили, потому что это капут будет, если нас сейчас... Никто не палит. Бежим! Фу, никто. Отлично, но зато вот тут уже куча людей, я вижу. На карте тут реально куча людей. Отлично. Так. Ай, нет, тебя нет. На твою ж мать, как бы нам его убить, чтобы... Да ты ж твою мать. Нет, твою мать. Так, иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. Давай, давай, показывайся. Отлично, все. Ху. Давайте-ка мы дальше пойдем. Куда он? О, записочка какая-то. Так. Узнайте, основное задание выполнено. Добудьте комбинацию от сейфа. Охренеть, и сейчас нам назад туда возвращаться. А, тут есть что-то интересное. Ого. Давайте просто я проверю, что это за пушка. Да нет, тут колебания просто нереальные. Смотрите, это просто нереально будет попасть, мне кажется. Тут намного меньше. Так, давайте пойдемте. О, тут еще какая-то пушка. А, это такая же. Ну что, давайте. Главное, сейчас опять вот тот танк приедет или что это такое? О, едет. Нет, давайте-ка мы вот сюда. Подождем, пока он проедет, чтобы спокойно пройти. Там какой-то чувак идет или мне кажется, по ступенькам. Да, идет. Это, твою ж. Главное, чтобы тот танк нас не запалил, потому что если он запалит, это сдуреть можно. Что будет? Фу. Отлично. Все. Он же будет оттуда возвращаться. То есть он так ездит, что мы его сейчас встретим. Нужно было его отметить, чтобы знать, когда он будет тут. Или где он сейчас. Так, и сразу вот сюда же пойдем. Че тут? Патрончики. Еще что-то. Записка. Да. Так. Что-то я боюсь как-то туда идти, потому что он может в любое время оттуда выехать. Так, чувак там один. Будем знать, что там кто-то ходит. О, и вот эта штука. Не штука, что это такое. Зато сейчас будем знать, когда он нам может встретиться. Она сейчас почти что запалил. Все, сейчас уже не запалит. Да. Фу, так, сейчас нам вот туда нужно бежать, 100 метров. Нужно будет нереально прятаться, как... Убили, а чё, нам опыта не дало? Никто не дал. Вот этого я не знаю, убьем. Да, у нас вообще не палит, перед ним труп лежит, он себе ходит, да. Едет уже вот та хрень, нет? Едет. Ху, успели спрятаться, но только то, что труп на дороге. Да им похрен, они себе ездят по кругу, да и все.
Так, сейчас нам куда? О, капут. Ху. Так, там кто-то есть, да? А, еще случайно. Все чисто. Ну чё, где там вот та штука? Фу. Так, но он уже круг делает, он уже сейчас вернется. И нам нужно будет вот то обыскать, что он там. Я бы, конечно, мог действительно взять мину и вот просто это подорвать, но... У меня же есть динамит, ребята. У меня есть динамит. У меня есть два динамита. Давайте сейчас посмотрим, куда нам будет нужно вернуться. Если он будет делать круг, то мы просто поставим динамит, да и все. Так, главное, чтобы он нас не запалил. Так, давайте быстренько блутаем. Или что мы тут нам нужно сделать? Комбинация ксей. Тут больше ничего нету. Добудьте комбинацию. Куда нам нужно? Там кто-то смотрит или... Кто там вообще? Есть какие-то чуваки? Ага, да, есть кто-то там ходит. Ну чё, давайте посмотрим, чё у нас получится. Я не знаю, сможем ли мы... Вот как нужно это делать. Как нужно это всё взрывать. Только вот этот чувак меня тут напрягает, вот. Отлично. Ху, как мы это взорвали, ребята. Так, а сейчас нам вообще куда нужно? То есть, вот сюда. Ху, капут. С динамитом. Тут будет кто-то, нет? Нам нужно куда-то вот сюда добраться. Фиг его знает, где тут сейф или что это. Сейчас, давайте еще раз посмотрю. Нам сюда куда-то нужно. Ага, вот на карте. Брауэр. Брауэр. Он... А, вот он. О, сейчас как раз его будут обстреливать, да? Ты был прав. Видишь? Я же говорил. И капут ему. Брауэр! Ну, понятно. Сейчас нам нужно убить вот это. Ну, не, уничтожить, да? Так, прячемся. А вот так можно? Да нет, 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 подними-ка ты это. Вот так. Это можно будет взорвать его. Ну давай, едь, 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 давай, 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 давай. Не, да чё за... Да, или я не попал, или ему как-то пофиг. Нужно сменить позицию реально. Потому что он знает, где мы. Когда приблизится, ух, на нас еще и другие нападают. Да ты ж... Твою ж мать, сейчас еще нас на эти будут нападать. Я опять не знаю, вот тот зараза знает, где мы. Во, наконец, хотя бы вот этого убили. Так, он знает, где мы, походу знает. Давайте-ка мы валим оттуда. Во. Все. Вот сейчас он, по идее, не знает, где мы.
Только почему динамит не взорвался? Вот это интересно. Или я не попал просто-напросто? Да твою ж мать, опять нас запалил. Вот там динамит валяется. Вот! Твою ж... А то я сначала не попал. Понятно. Так. Куда нам идти? Куда нам идти? Охренеть. Ну, давайте пойдем туда, куда нам там нужно. Фу, ну динамит это реально прикольно. Ну, вот так нужно взрывать. Ну, с ним намного проще взрывать. Ну что, давайте. Куда нам там сейчас? Кого нам убивать? Ага, и вот в этот храм. Да мы же там всех убили. По идее, там никого не должно быть уже. О, ты, не должно быть, да их там столько полезло, что это капут. Охренеть, и как... Только не говорите, что там... Да вы чё, прикалываетесь? Охренеть. И как мне сейчас отсюда нахрен сбежать? Как бы мне сменить позицию? Вот, отлично. Да как он запалил-то? На твою. Вот тот опять, походу, вот тут сюда едет. Да. Фу. И где у него позиция какая-то слабая? Оу. Отлично, и сейчас... Ху! Отлично! Ох, капут! Зато мы хотя бы вот того взорвали. Так. Опять лечиться нужно, капут. Капут, столько там вот тех людей, что... Где они все? Есть еще тут кто-то. Да откуда ты, твою ж... Снайпера всякие или кто это? Один? Еще кто-то же там стреляет, я же слышал. Да твою ж мать, ну чё вы такие же... На тебе! Фу, отлично. Ну, походу, там еще куча снайперов. Только где они? Где-то вот там, может? Хрен его знает, если честно, ребята. Они всегда так прячутся, что хрен их найдешь. Так, ну чё, где вы? Один? Больше я не вижу. Чё нам там нужно дополнительное? Ладно, не будем мы туда это идти делать. Давайте-ка мы лучше вот этих тут поубиваем, где они.
Еще один. Фу, зато хотя бы вот этих убили. Отлично. И вот там еще, и тут еще один. Отлично. Вот это вам и забыли. Да ты ж... Тебе. По идее все, ребята. Там еще кто-то есть, да, но они там наверху где-то. Давайте лучше вот так. Там еще кто-то ходит. Отлично, все. Вот, сейф это. Это что такое? Фильм какой-то? А, планы того, да, чувака. Заберите тело Брауэра. Ребят, да вы за... А, это сам, да, он туда. Хотя как в жопу сам, эти снайпера еще тут. Ребят, вы что, прикалываетесь? Где они? Или они куда-то как бы сами, да, разошлись, не только они вот тут. Вот один. А другого я не вижу. На тебе. И еще где-то кто-то должен быть. О, вот. Так. Еще там кто-то... Отлично, все. Капут, запарили просто-напросто. Еще кто-то. Ну не то, что запарили просто-напросто. Просто столько их, что сдуреть можно. Снайперы повелазили всякие. Где? Там еще там два снайпера было, я видел. Куда нам идти? Вот. Так нельзя. Нет, походу, или можно. Ну ему-то можно, наверное. Вот так стреляй. А вот там еще кто-то один прячется, я видел. Или это что такое? По идее все, да? Или там еще есть кто-то? Да нет, там еще и есть кто-то. Ну чё-то я просто никого не вижу. Ладно, куда нам нужно? Куда нам нужно? Охренеть, да вы чё, прикалуйтесь? Ух. Бежать опять туда, потом походу опять куда-то возвращаться. Это, в принципе, как всегда... О, вот где он. И тебе на. Все. Ну, походу тут опять куча сейчас вот этих будет или нет. Хрен его знает. Просто не появляется тоже вот так. А, все. Или нет, или что? А. Ну понятно, да? И все. И сейчас мы уходим. Да, ребята. Так, ну почти... Нет! 8-й уровень, офигеть! Уэмбли. Так, нормально, в принципе, опыта. 8-й с чем-то даже. Бонус стрелка, офигеть! Так, 45 убийств. И я думаю, ребята, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.